Так, пацаны, как бы вам не хотелось, но мы все равно поедем на дачу, да? Какую дачу? Что за дача? Обычная дача. В смысле? Тусу хочешь устроить? Ну, типа того. О, окей, да. На выходные, да? Сань, а как ты хочешь? Ну, в принципе, да, давайте, да, давайте на выходных нормально. Тогда с меня поляна. Пошел нам. Ладно. Все, хорошо, тогда поедем. Где там ел? А, вот он, наконец-то. Пацаны, ну вы где? Жду вас уже долго. Поехали. Погнали. Чё тебе? Сига. Сигу тебе дать. Сейчас. Тут. Вот. Вот. На. Сань. Ой. Сань. Саня. Сань. Блин, это толкаш. Ел. Проснись. Вставай давай. Саня пропал. Слышь, дождь. Саня! Саня! Как дождь? Как Саня? Саня, пропал. Стой. Рюкзак здесь или? Стой, может на втором этаже, блин, вот сейчас. Нет его там. Минуту, проснусь, он не умывал. Ты же не умывал. Саня! Как его нет? Это вот нету. В смысле? Ну как? Просто еще только был. Ой. Уже раз. Саня! Где? Вот, где? Саня! Вот это какие-то ростки, что ли? Нет, ничего. Все. Ножичек. Ручки, что-то. Куда он делся? В смысле? Куда он мог пропасть? И сейчас ночь. Да сейчас что-то непонятно, Васечка. А чё он ушёл-то? Да я откуда знаю, он вообще за Сигами вроде вышел, вот Сигами покурить. И ещё я потом проснулся, и у меня этого честно. Мысли. В принципе. А что мне ей сказала? Я бы с ней вышел, похвалял. Ну как, на всякий случай. Заспал, как убитый. Набухался, алкаш. Сразу ты набухался? Да я все, две бутылки выпил, держу. Ага, я пол. Ага. Так что не надо здесь вот это. Чего у тебя со стеклом на этой даче? Чего со стеклом на этой даче? Дим. Ладно, пошли собираться. Может, он домой поехал.
Ну, это где ты съел уже? Я бегу, бегу, бегу. Конец, да, быстрее новости уже начинаются. Ну, дверь ржавая, надо поменять. Срочные новости. В городе обнаружен труп. Вот репортаж с места преступления. Мы направляем все силы, чтобы узнать, что произошло с человеком, и если это убийство, то кто это сделал. Просим всех следователей присоединиться к нам и помочь. Вот это да. Что ты думаешь? У нас... не знаю. Вообще. Ну, подожди, мне шеф звонит. Да, я отойду туда. Алло. Алло. Извините, у меня просто что-то со связью. Вот это да. И что ты думаешь? Я вообще не знаю. Подожди, кто звонит? Алло? Да, давай. Алло? Алло? Это шеф ваш. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы же видели по новостям, что... Да, конечно. Мы сейчас в офис идем быстро и выезжаем на место, да? Быстрее приезжайте, мне с вами кое-что надо обсудить. Хорошо. Вы нам дело дадите это, да? Мы будем, да? Быстрее. Желательно со всеми документами. Ладно. Хорошо, сейчас. Ну все, мы выходим. Алло. Пип. Ой, сейчас телефон упал. Так, сейчас, ну что... Артём сказал. Шеф звонил, сказал, что нам это дело дает. Да, с собой бери документы все. А, про убийство, да? Да. Где мой паспорт? Черт, ладно. Он, наверное, на работе. Давай быстрее собираемся. Ты взял свое? Да. Тихо, я яблоко надо? Да нет, пошли. Давай быстрее так. Ладно, я возьму. Что-то уже темнеет, походу. Давай быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это дело, да? Да, это ваше дело. Там только что начато, вы сами будете его заполнять. Сейчас выезжайте на место. Хорошо. Шеф приходил. Шеф приходил. Что, вот шеф? Дело. Я читать что-то буду? Да там еще нет ничего, только открыли. Сейчас мы как раз поедем, это будет как раз сделают, как об этом убийстве. Блин, ночь, капец. Мы сейчас ночью поедем туда. Да. Ну, это же какой-то там заброшенный дом. Я надеюсь. Ну, там уже полиция уже есть, поэтому... Ну, сказали же, что там... У нас все при себе. Так, давай мне дело. Давай, дело, дай. Да, ты будешь писать, окей? Ну, посмотрим. А ты же не против, если я возьму свою фигурочку? Она просто всегда со мной. Да бери. Я пока здесь в архивах где-то. Я пока в архивах оставлю, пусть валяется. Там и так уж все полки забиты. Так, все. Бери свой значок, это она смогла выпустить просто в такой одежде, мне кажется. Не, у нас значок. Мы следователи. Поэтому так, все, дело я оставил, деньги, в принципе, есть на всякий случай. Все, поехали, садимся на машину и едем уже. Шеф сказал прям сейчас выезжать. А у тебя ключ от машины? Там все уже, там все есть. А, да? Да. А кто водит? Ну, я. Ты учился на водителя? Ну, конечно, права есть. Только я не помню, где они, ну ладно. Давай быстрее. Бам, смотри, ты потолкнул. Я дверь. Так, Я вроде снял. Ну, куда ты рванул? Ты чуть-чуть пошла головой. Ты вообще. Водитель, блин. Спасибо, я большой. Не влезешься. Уи! Ты что творишь? Да ладно тебе. Аккуратнее. Блин, странно, ночью и нет. Где вообще?
Может, все дома спят. Логично, вроде, нет? Ну, дай посмотрю. А, ну, 2 часа ночи. Да. Корова? Там корова? Нифига себе. Опять корова? Господи, что они вот здесь делают? Вот она, вообще, дайте их. Творят. А здесь что, уже? Ты? Ну, конечно. Там по телеку показывали, еще днем они здесь стояли. Да, точно так. Ох, да. Так, будь стрессу, я на всех случаях сразу пистолет заряди. Вроде все уже будет, тут все дело, ну, уже в столице полиция везде стоит. Фиги, тише. Тут полиция везде причем. Стоять! Черт, в смысле, такого не может быть. Как? Как? Господи, как? Как? Он не может этого просто. Ну как? Черт. Напасть, ребята! Такого не может быть.